Итак, друзья, всем привет. Для тех, кто смотрит записи, меня зовут Якимова Татьяна. Я из города Краснодар. Мы живем с супругом тут не так давно. У нас маленькая малышка, ей скоро проходим. И я обычная девчонка, которая все делала в декрете, захотела начать зарабатывать. Почему? Потому что в принципе декрет зарабатывал неплохие деньги. И когда я пришла в декрет, понимала, что денег стало меньше, намного, что своему ребенку хочется что-то дать. И поэтому начала искать какие-либо варианты, возможности заработка через интернет. И мне было важно, чтобы все было честно, легально, конечно, никакого обмана, никакого лохотрона, потому что такие варианты я уже не рассматривала. И давайте немножко отвлечемся. Я вам в течение 20 минут все постараюсь рассказать, то, что мы вам предлагаем. Ну, давайте немного о правде жизни, да, так как мы мечтаем детстве и так как происходит на самом деле, это две разные жизни, два разных взгляда. Ну, что мы представляем, да, это один взгляд и совсем другой то, что мы имеем, когда нам нужно посмотреть лет, например, так, как у меня сейчас. Когда мы маленькие, совсем мы не зарабатываем, потому что мы совсем малыши. Когда мы идем в школу, нам родители дают денежки на карманы какие-либо расходы, да, если денег нет у нас. Когда мы в институте, у нас тоже денег нет, у нас родители платят огромные деньги для того, чтобы мы выучились. И вот, наконец, мы диплом в руках, получаем работу, мы начинаем зарабатывать, кто-то больше, кто-то меньше, но кто-то берет кредит. Машину в кредит, ипотеку мы берем, у нас коммунальные какие-то врачи, потом появляются дети, мужья, жены, семьи и вообще одних нет. И я говорю сейчас не про какую-то картину, да, красивую из Инстаграма, я говорю сейчас про реальную жизнь, которая окружает большинство из нас, и думаю, что если вы оглянетесь и увидите, что большинство людей живут так же. Девушки, быстренько отвечу. Вот. И потом в дальнейшем он еще нас ждет каждый день. И это большинство. Но вот просто оглянитесь, как родители живут, как ваши девушки живут, как ваши соседи живут, если вы не из какого-то там местного поселка, не знаю, из этого дома. Обычно люди живут именно так. И таких людей очень высоко, 90% людей живут именно так. И я буду жила точно так же. Я была декретом, у меня была прям немного. И у меня была мечта поехать на море со своей малышкой, потому что я понимала, что на зарплату супруга мы далеко не уедем. И, в принципе, мы видим, что дальше получалась зарплата, мы выстрелили, но и потеряли, и кредит, что все, уже денег уже не хватало ни на что, даже что-то купить или там вкусненькое, мы не могли себе позволить. Я также не хотела таких кредитов, и поэтому начала что-то искать. И нашла, я не так, конечно, поверила возможности данного бизнеса, и сомнений тоже было много, но когда на ключах есть, я села, разобралась, изучила, почитала, не чье-то субъективное мнение, а конкретно факты читала, изучала. И вот, доходы увеличились, да, в разы увеличились доходы, появились путешествия в нашей жизни. Пусть они, их не так много, но мы знаем, к чему мы стремимся, и уже начало положено до работы в компании РСИ. У меня мечта даже ни разу не было на нашем море. Да? Что было там, какие-то заграницы, даже на нашем море ни разу не было. Сейчас мы были с ним вместе уже в Турции, были пару раз на нашем море, были в России, много где путешествовали. Свобода, то есть мы свободны, мы жили в Нижнем Новгороде много лет, еще недавно переехали в Краснодар, нам все равно где работать, был бы интернет, было бы желание, была бы голова на плечах. Все это и все остальное может вам дать компания FAI. Добавляйте в друзья, ссылочки все есть. Но в компании FAI это самое первое
причем сюда пришли, не на путешествие, не на свободное, обычно не знаю, где приходят, а приходят конкретно за деньгами. И поэтому я всегда показываю доходы, которые можно зарабатывать в компании, или можно зарабатывать 20, можно зарабатывать 30, можно зарабатывать 40, можно зарабатывать 50, и больше тоже можно зарабатывать, если работать. Если ответственность платить количество своего бизнеса, эти деньги заработают. Мы с вами говорим про то, как можно заработать деньги, что конкретно надо, чтобы деньги делать. Ну и там, да, когда... Ну, как сказать, просто задавайте себе неудобные вопросы, я тебе задаю неудобные вопросы. Мне 30 лет, во скольких странах я была? В одной, да, вот тут. Помимо России я была только в Турции, еще, там, да. И поэтому я ищу и выходы. Я понимаю, что компания решения, если мы будем работать, мы будем сотрудничать, мы будем действительно активны, мы сможем побывать во многих странах. Тот лидер компании решения, которая ходит на сцену выступать, работают 10 лет, 15 лет, они побывали в 40 странах, представляете, 40 стран объездить, лучше, смотри, мне это очень мотивирует. А моя мама, когда 10 лет работала учительницей в школе, она не была ни в одной стране. Ну, опять же, я недавно ездила, просто вместе мы ее брали с собой. Что изменилось в моей жизни за последние 5 лет? Что изменится? Привет, всем привет. Что изменится, если ничего не менять, работать на той же работе, либо знать о возможностях компании Oriflame, ходить на вебинары, но все равно ничего не предпринимать, ничего не изменится. Нет. Жизнь нам дана один раз, и надо, конечно, уметь себя дисциплинировать, уметь себя организовать. Еще возможности интернета безграничны. Мы работаем полностью идем через интернет. И вы тоже можете сделать, можно работать только онлайн, просто только онлайн. Я не помню, когда я ходила на скрыточку, платила какие-то счета. Мы все делаем с телефона делаем. Я думаю, что будет точно так же. Постоянно что-то выбирать в магазине покупать. Билеты, госуслуги, оплата ЖКХ, штабы, там, доплаты, все делаем. Почему покупать? Да, конечно, я не очень-то разбиралась, я не знаю. Увидела возможности, посмотрела несколько презентаций и решила, блин, как круто, я буду работать. Потом уже пришло осознание, что я попала в самую лучшую компанию, потому что у нас нет никаких финансовых вложений, у нас есть годовая бизнес-система, интернет-магазин «Арифлейм» в материи конференции по объемам интернет-продаж. Ну, даже не это главное, понимаете? Главное, что это тот продукт, которому должна работать. Вот если бы мы вели бизнес кастрюля, ну, часто ходили не кастрюля, ну, раз на 10 лет, раз в 5 лет, ну, там, раз в 3 года какая-нибудь хозяйка может изменять. Но в основном, ну, меня очень редко там стоит в кастрюле, например, или пылесосы. Поэтому мы работаем с тем продуктом, который постоянно имеет пусть не заканчиваться. И нам не надо миллионы покупателей, да, для себя иметь. Мы себе просто покупаем то, что заканчивается, шампунь, бель, мыло, и там 2-3 клиента постоянно, которые всегда у меня что-то берут. Это достаточно. И не надо таких буквально личных продаж. Это компания, у которой она более 50 лет на рынке, она работает в более чем 68 странах. Она прочно стоит на мировом рынке, и никто ее не может сделать место в компании несколько заводов, компания Advice-центр, работает более 50 ученых. И поэтому этой компании мы можем доверять. Эта компания никуда не исчезнет. Я сама была на заводе компании Advice, и знаю, о чем говорю, там ни одна муха не пролетит, потому что там стандарты джинский завод. То есть там вообще все максимально чисто. И вот эти бренды, которые в Instagram там, да, рекламируют, видео, разоблачение вот этих брендов, где они на самом деле производят, в каком-то подвале, непонятно в каких условиях, и потом, например, эти люди могут говорить, что Oriflame это фу. Понимаете? Может быть, фу, такая огромная компания, все у нее на высшем уровне. Наш проект подойдет для тех, кто понимает, что бизнес – это не работа по найму, понимает, что доходы зависят только от результатов работы и готовы к этому, а также
для тех людей, кто знает, что первый заработок в интернете может идти не сразу и готов трудиться сегодня ради получения дохода в недалеком будущем. Я не говорю, что надо трудиться годами, чтобы свои первые деньги увидеть, но надо продуктивно и активно поработать несколько месяцев, чтобы выйти на уровень директора. Хотя нет, от того, что мы будем просто посещать обучение, ничего не изменится. Нужно обязательно предпринимать действия. Все подробно. Вот, сегодня мы говорим коротко про 5 вопросов, в чем смысл, откуда, что мы сделаем, откуда придут деньги, кто будет помогать, что вы получите в результате. Итак, смысл любого бизнеса, чтобы через него проходил товарооборот. Либо это люди, либо это товарооборот, как в нашем случае. У нас интернет-магазин, нам надо, чтобы товар покупался, чтобы товар люди покупали, и компания получала прибыль, она платила за этот процент. И наша цель – создать большую организацию людей, которые просто для себя покупают. Если вы живете в многоэтажке, достаточно одного дома, где 1000 квартир, и 1000 квартир, да, это огромный дом, многоэтажка, например, там 1000 квартир, даже не 1000 квартир, то меньше, 1000 людей живет в этом многоэтажном доме. 1000 людей, согласно по статистике, каждый покупает менее чем на 1000 рублей гривенных средств. Гигиена, да, это то, что может произвести эксплейн, на 1000 рублей. 1000 человек покупают на 1000 рублей ежемесячно, около вот в вашем доме. Там проходят миллионы товарооборотов, то есть на миллион каждый месяц этот дом покупает продукты, те, которые мы можем им предложить. И наша задача просто перевести людей на нашу магазин. Раньше мы покупали на машине, знаете, наша задача, чтобы они покупали в эксплейн. Все. Вот как нам организовать поток этих людей, как сделать так, чтобы люди покупали, этому мы все научим, покажем и расскажем. Но чтобы понимать, что здесь все честно, прозрачно, легально, что просто люди меня покупали не потом, если сейчас они покупают в рекламе, все. Если в вашем интернет-магазине будут 1000 людей покупать, у вас товарооборот будет 1 000 000. Вы как организатор будете 100 000 на этом зарабатывать, понимаете? Вот что конкретно надо делать, чтобы организовать этот товарооборот? Покупать продукты для себя, пользоваться. По-любому, это надо сделать каждому, потому что это логично. Если покупать, вы открыли свой магазин с булками, ну, навряд ли вы покупали булки у Светы, у которой такой же ларек рядом с вами. Так, не стали бы, знаешь, ваши булки вкусные, качественные, свежие, будут хорошие, лопало. Неужели вы пойдете какие-то покупать? Нет, вы купите у себя. Родные, близкие, знакомые тоже будут покупать у вас. Здесь точно так же. Это второе правило, это мы приглашаем людей каждый день. В этом состоит основная работа в том, чтобы приглашать людей каждый день. Как, откуда, что им говорить, это мы всему научим, покажем, расскажем. Все у нас бесплатно, все обучение бесплатно, мы вам представим. Это второе. И третье, обучение, это вы слушаете сейчас, это можно делать онлайн, это можно делать офлайн. Офлайн – это значит, что записи смотреть. Онлайн – это значит, что вы присутствуете, вы можете задавать вопросы любые. Видно, не слышно. Деньги откуда идут? Можно просто экономить, да, то есть просто себе покупать. Можно показывать каталог, получать прибыль, но мы вас зовем строгую структуру лояльности зрителей. То есть мы берем вас организовывать большие товарообороты, стать как минимум директором компании «Ритей». Вот так вот про этот пример я говорила, что 1000 человек, товарооборот составляет 1 000 000, у вас 100 000. Вы один не сможете создать такой товарооборот. Никогда в жизни я не смогу продать 1 000 000 рублей, как вы можете найти этот товар, да, по этому дому, опять же, да, грубо говоря. Даже если у меня там все реально купят по 1000 рублей каждая квартира, это я просто не понимаю, я купаю и представляете, какой это труд. Этого делать не надо. Мы будем просто приглашать людей, строить бизнес. Кто-то будет с нами строить бизнес, а кто-то будет работать с продуктом, и это тоже будет важный вопрос. Куда ли играть? Не надо прям 1000, не надо 1000 денег.
потом уже дело формируется, если мы хотим 6 толковых человек. Начнем с 6, да? 6 толковых людей, которые, в принципе, понимают, что деньги есть, что деньги зарабатывать можно и нужно, готовы работать ради этого. И мы получим 6 человек. Вот. И этого достаточно, потому что эти 6 толковых людей будут еще 6, а те 6 еще 6, которые уже будет уже большая крепость. Вот смотрите, вот отношение вот можно на 6 человек даже за 1-2 года работы. Вот можно найти? Вы можете покупать один себя и взять информацию один из них. И научите, как же найти еще 6 человек. И научите их новичков. И вот так потихоньку, у вас организуется огромный холдинг, да, огромная организация ваших людей. Вот. А дизайн будет запах, что значит просто приглашать. Просто приглашать, обучать, показывать, рассказывать. У нас нету головной боли о том, что там, как производиться, где его хранить, как его доставлять. Вообще у нас нет никаких проблем. Создать поток людей. И мы готовы получить огромные деньги. Создали вы товарооборот, да? Ну, тут прям уже карьерная лестница, от нуля до золотого лектора. Немного, возможно, название пока что странное, но мы будем придумать. Так же, как управляющий, директор, там, генеральный управляющий, слэнер, директора, там, золотой директор, старший золотой директор. Такие у нас названия. Вот. И ваш доход зависит только от вашего товарооборота. Смотрите, это товарооборот 250-300 тысяч. Ваш доход будет 200 тысяч. Тут примерно за что вам платить? За что будет товарооборот? На какое количество, на какую сумму купила ваша команда? И, соответственно, за счет этого компания уже вам уплачивает деньги. Вот для того, чтобы стать директором компании Flame, получается, 100 тысяч в обучении, у вас доход, он 20 тысяч каждый потолок, а может быть и больше. Вы можете участвовать как в программе и получать 20 тысяч дополнительных бонусов. Вы получите банкет на банкет директоров, два приглашения на компании Flame. Вот что вам надо сделать, чтобы это все получить? Чтобы в компании Airplane надо организовать 300 тысяч объем продаж для компании. Это где-то 50-60 партнеров вашей организации. Но если мы говорим про теплых, если мы говорим про конкретно активных партнеров, которые тоже, как вы, пришли на инфопорт, то таких всего лишь 20-25 человек, которые вместе с вами начали приглашать. 20-25 человек. Вы можете пригласить или троих, или трое еще троих, или трое еще троих. Вот вам уже и большая организация. Потихоньку вы ее развили, и вот у вас уже огромная организация. То есть начинаем там с малого, но буквально 2-3-4 активных толковых человека в вашей команде, и ваш товарооборот будет расти уже с бешеной скоростью. Там считайте, вы приглашаете, дайте, вы приглашаете. Этих людей толков найти в начале. Вот. Это же вам не надо. И вы это получаете где-то 50 партнеров вашей организации, которые просто пользуются продуктами, да, там кто-то из них приглашает людей, кто-то бизнес строит. И вот такие ваши данные. Если вы, вот вы пригласили партнеров свои, да, два партнера пришли, тоже стали директорами, они же не просто так люди, которые приглашают, они же не просто так сюда приходят, они тоже приходят зарабатывать, они хотят зарабатывать хорошие деньги. И вот вы пригласили, Светлана пригласила Олю и Надежду. Оля вышла на директора, и Надежда вышла на директора. Вот. Что получилось? Они получили.
балет, да, усадьба лица, да, там, они могут участвовать в программе, они получили чек, вы, как организатор, за то, что вы пригласили этих людей, за то, что вы обучили этих людей, всего лишь два человека, которые ну, реально станут директорами компании Airplane, компания вам за это платит. Да, 40-50 тысяч рублей. Компания нас приглашает на маленьких директоров. Компания вам организует лоббинг совершенно бесплатно. И по всему вы получаете премию 200 тысяч рублей. Ваши люди получают 40 тысяч рублей, вы как организатор получаете 200 тысяч рублей. Хорошие деньги? Хорошие. Но это тоже только начало. Но вы можете на этом... Вы можете на этом... Этого достаточно, вы можете на этом остановиться, и компания вам всегда будет выплачивать доход, уже активный доход. То есть уровень доходов в компании уже есть там все активный доход. Если ваши люди работают, развиваются, да, они уже кормят свои семьи, у них путешествуют в компании, они даже не уйдут, потому что ну, им хватает, да, денег, они уже хорошо зарабатывают, они никуда не уйдут. Вы, как организатор, будете всю жизнь получать. Не всю жизнь, а до тех пор, пока эти группы есть, потому что они всю жизнь не будут здесь работать. Может быть, если кто-то уже разрастут, то все будут огромные. Вы, как организатор, будете всегда с каждой группой получать порядка. Можете не работать. А компания вам будет платить деньги за единожды проделанную работу. Понимаете, как это круто. Вы один раз организовали, вы будете всегда всегда получать доход. Вот. Ну, это тоже, да, это тоже, я бы, может, вы, если вы достаточно молоды, и даже не очень молоды, не важно, если у вас есть виза, если у вас есть энергия, вы берете еще людей, берете еще группу, вы берете еще команду, и, соответственно, ваши три партнера вышли на наоборот директора. Вы старший бухгалтер директор, ваш доход уже 80-100 тысяч рублей в месяц. Вы включаете пути директоров в Москве на 2 часа, вы участвуете в вашей программе бесплатно. Вы должны конференцию бесплатно посещаете, и ваша премия 300 тысяч рублей. То есть 300 тысяч вы получаете, ваши люди, все директора, они получают 100 тысяч премий, они получают 300 тысяч рублей в месяц, они получают конфет в одних директоров, да, там, предложение. Вы получаете то же самое, плюс золотая конференция, и ваши доходы выше несколько. Вы можете менять на ваше и брать гарантию. Компания «Лестница успеха» у нас вообще огромная. Главное, не сделать это название директора. Сделать это название директора, конечно, легче, потому что доход будет. У меня сейчас попробовать, кто-нибудь меня раз кто-то меня может отговорить или сказать, что компания нет, конечно, потому что эти деньги есть, потому что есть деньги, зарабатываем, мы за эти деньги живем, или нет, ни человек на свете не может убедить, потому что денег в компании нет, потому что я их зарабатываю легально, официально, и каждый день деньги компания не присылает, начисляет деньги в нашу счет банка. Четыре человека в вашей команде директора, будет первый директор, важно, что 120 тысяч рублей в месяц. Золотая конференция бесплатно и премия 400 тысяч рублей. Это все ваше. Если вы поможете 4 людям, это директоральная компания, 6 директоров. Это такой хороший уровень. Это 250 тысяч рублей. По директору в Москве тут по-моему. Конференция, премия 600 тысяч рублей. Огромные деньги, огромная организация, большая ответственность и наше желание отношения, которые мы по отношению к этому. Мы все, конечно, стремимся к минимуму формулирования от директора, и я думаю, что вы тоже будете к этому стремиться, если смотрите все ваши компании. На этом не останавливаюсь, на этом карьерная лестница не заканчивается, идите еще дальше, я еще дальше покажу, за какое время можно выйти на эти результаты. Если мы говорим про серьезную работу, про серьезную деятельность, представьте, что у вас серьезная деятельность, вы вложили всего 1 миллион рублей, как вы будете ему относиться? Вот если вы будете относиться,
дальше, хотя бы не копейки не вложили, то у вас будут такие результаты. За несколько месяцев вы можете выйти на 15%, за меньше, чем за полгода вы можете выйти на 22%, и даже так же вы можете выйти на уровень 13%. Есть люди, которые за год выходили на уровень бриллиантовой деревни, подстраивали себе 6 групп. Кто-то звонил, что не называет ничего, кто-то за него сделает огромный результат, но это еще и зависит от того, с какого уровня мы начали. Я начала, была мало декретия, у меня даже разговаривать долго не могла. Соответственно, мне для того, чтобы выйти на директор, нужен был один срок. Возможно, у вас уже не опыт в продажах, вы не понимаете руководящую должность, вам будет намного легче стартовать в этом бизнесе. Мы все абсолютно разные, у нас все абсолютно разные сроки. Вот. Но в любом случае, даже если у меня не ушло на то, что директора не хотят, я бы потому что сейчас уже мы можем работать свободно, у нас нет начальника, нет денег, можем путешествовать, можем жить, где мы хотим. Это важнее, чем на работе по найму. Дальше тоже есть квалификации, есть доходы, которые можете поставить на стоп, все изучить. Сколько нужна группа, последняя колонка, какая у вас премия колонка, введение, и доход какой у вас, и первая колонка, какая квалификация. Как называется ваш уровень, будет называться, если вы будете работать ответственно в своей компании. Такие вещи, там, старшим клиентам, директорам, вам будет помогать компании, она представляет те же ресурсы, международный сайт, логистика, баланс учета, ответственный продукт. Мы разделили все, что у вас компания SLAY. И также вам будет помогать спонсор, который вас пригласил, вам помогает. То есть, если вы постоянно работаете, как мы работаем, постоянно наемная работа, 30 лет, 40 лет, каждый месяц делает. Вот если здесь будет делать, то у вас будет постоянно случай доход. Вы будете сейчас, у вас будет 24 часа в сутки. Каждый день это наша основа, учителя лучших учеников, каждый день вы тоже говорят, да, там учитель истории, каждый раз, каждый год одного и того же людям говорят. И точно так же. Надо каждый день мы тоже презентацию ежедневно. Дальше. И обучение все дистанции в режиме онлайн, то есть такая, на которой мы выполняем. Что там будет? Поэтому, если вы реально хотите зарабатывать, уже деньги, готовы одеть работу, готовы разбираться сами, лично, в своей голове, не думать то, что там кто-то что скажет, он стоял, он отвечал. А чье-то субъективное мнение не столь важно, поверьте. У меня супруг целый год вам не доверял, и не мог понять, что все это действительно работает, но тех пор, как деньги не уйдут. А как деньги увидел, сразу решил работать со мной. Поэтому можно сомневаться, да, там, годами, сомневаться, думать, размышлять, а можно интересно, что рисков нет, уже нет, когда время летит, да, летит быстро, и сегодня мы молодые, да, уже не так, да. Вот, это мы вас ждем в нашей команде, можно отличный день увидели и чеки, и путешествия я вам сказала. Может, получить активный доход, про него я тоже вам немножко рассказала.
можно получать даже бонус в компании, если можно получить много. Вот те, кто только не выполнен, является выполнять все действия, совершенно или нет. Стартом ты приглашаешь людей пользоваться продуктом в час. Есть маленькое «но», это надо делать каждый день с энтузиазмом, несмотря на то, что очень многие люди кажут, что все это ерунда. Вот. Что у вас в нашей команде? Если есть какие-то вопросы, то...